Всем привет! Как всегда, спасибо вам за то, что вы здесь, что мы с вами вместе любим музыку хорошую. Вот. Спасибо вам за то, что пишете комментарии, за то, что материально поддерживаете канал и за то, что за все. Короче говоря, за все. За то, что вы есть. Вот. Это самое главное. Ну, а я что хочу вам сегодня показать? Хочу показать пластинку King Crimson, которая называется The Compact King Crimson. Я ее показывал уже пару раз. Это сборник, авторский сборник. Это как бы номерной альбом King Crimson. Собрал его Роберт Фрипп сам. И здесь все и дисциплина, и Теджен 100, и Мэтью Кудасай, Three of a Perfect Pair, Frame by Frame, Sleepless, Heartbeat, Telephone Talk, 21st Century Schizoid Man, I Talk to the Wind, Epitaph, Red, Cat Food, The Coat of Crimson King. То есть такой для начинающих. Отличная пластинка. Но речь не об этом. Речь о картинке, об оформлении этого альбома. Художник, которого зовут Фергюс Холл. Это одна из двух пластинок King Crimson, которые он оформлял. Такая вот картинка красивая. И что-то тут похожее у меня стоит еще. Смотрите-ка. Вот. Еще одна пластинка, где на лицевой стороне картина Фергюса Холла. Это пластинка 2023 года сиэтлской группы под названием Sky Cries Mary. Недавно я прочитал статью о Сиэтле, о музыкальном Сиэтле точнее, и о том, что такое саунд Сиэтла. Все представляют, что такое саунд Сиэтла, да? Значит, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam. Но сразу можно сказать, что Nirvana не в Сиэтле образована, да, а в другом городе. Абердин, по-моему, называется он. А Sound Seattle сам по себе, это, ну, когда имеется в виду гранж, это вообще существует только в головах журналистов. И в головах тех, кто безоговорочно верит журналистам. Потому что никакого гранж-саунда Сиэтла нет в природе. Есть несколько групп, которые я назвал уже, да, которые играли музыку, названную журналистами гранж. А сам по себе Сиэтл, он город как город. И в плане музыки он невероятно разнообразен. Там очень много групп, которые играют самую разную музыку. И некоторым даже обидно становится, когда говорят, некоторым жителям Сиэтла, когда говорят, что «А, это группа из Сиэтла, ну понятно, сейчас будет Pearl Jam». Да, ничего подобного даже близко нет. Журналисты, опять-таки я повторяюсь, выдумали вот это вот «Саунд Сиэтла». А «Саунд Сиэтла», он бесконечно разный, бесконечно широк. И доказательством тому служит группа «Sky Cries Mary», которая тоже из Сиэтла. Иначе бы я об этом не говорил. Да, а про Сиэтл еще что можно сказать, что саунд Сиэтл — это Джимми Хендрикс в первую очередь, да, это музыкант, которому были в свое время, в 68-м году, по-моему, вручены торжественно символические ключи от города Сиэтл. Джимми Хендрикс — это олицетворение Сиэтла. Вот так вот, вот вам и Pearl Jam. Значит, Sky Cries Mary. Три пластинки у меня есть и пара компактов. Где третья? Не могу найти. Вот она. Вот она. Выпускает эти пластинки компания Trail Records. У меня вот здесь даже лейбл есть. А Trail Records — это компания Саши Цалихина, моего старого товарища, друга, который живет в Нью-Йорке, точнее в Нью-Джерси, рядышком совсем с Манхэттеном. И он занимается изданием психоделической музыки. Ну, не только психоделической музыки, а там Space, не группа Space, Space Rock, я имею в виду. Кстати, тут написали в комментариях, а вы любите Space Rock, в частности, группу Space. Я не могу сказать, что я люблю группу Space, это первое. А второе, группа Space к Space Rock вообще никакого отношения не имеет. Это нормальная такая красивая эстрадная, в общем, музыка. Симпатичная весьма. Напоминает оркестр Поля Мориа иногда, только в электронном виде. Вот, так что Space Rock, если хотите
услышать, увидеть, то помимо тысячи групп, которые играют в этом направлении, начиная там с Tangerine Dream и дальше, очень хороший пример – это Skyte Rosemary, группа из Сиэтла, я напомню. Да, а Саша, помимо родной американской музыки, выпускает и русскую музыку, в том числе там «Рада» и «Терновник». Последний альбом вышел, я про него расскажу тоже как-нибудь. Оля Лукой, он выпустил несколько альбомов. Мою пластинку он выпустил, хотя она не имеет отношения к психоделическому року. Но мы друзья, поэтому как бы вот, да. Так, Skyte Rosemary. Группы достаточно много альбомов. Не 3 и не 5. Я, честно говоря, не помню сколько, но гораздо больше 6. Вот это я точно могу сказать с уверенностью абсолютно. Вот эта пластинка, которую оформил Фергюс Холл, вышла в 2023 году. Самый свежак. Сейчас они записывают новый альбом. Пришла информация оттуда, что уже идет дело к концу записи. Очень интересно, я с удовольствием послушаю. Space Rock. Да, Space Rock. Кажется, что это такой, да, Tangerine Dream, полеты в космос. Но Space Rock, он совсем раз, ну, космический рок, условно, так можно сказать, да, группа звучания, музыка звучания которой ассоциируется с какими-то космическими далями, с необозримым пространством и с областями, куда нога человека не ступала никогда и вряд ли ступит. Ступит! Нога человека ступит! Нога ступит человека. Да. Музыка Skyte Rosemary, она и психоделична, и наполнена электронным звучанием, и космические образы, и пространство, и все-все-все в ней есть. Но отличает ее от множества других групп такого направления, что она достаточно энергична. Во всяком случае, вот этот альбом, он просто пульсирует весь, пульсирует, дышит и движется вперед. Ритмическая структура здесь мощнейшая. Продюсирует, кстати, вот эти три альбома, все, которые у меня есть, это пластинка 19-го года, вот эта пластинка 22-го года, а это 23-го, соответственно, продюсирует Джек Эндино. Вам известный продюсер, известный он тем, да, что он продюсировал музыку Нирваны. Не все он продюсировал, я не помню, все альбомы Нирваны, все три альбома, там четыре Нирваны или не все, но Джек Эндино славен, конечно, работой с группой Нирвана. На самом деле, очень много с кем он работал, в частности, вот Skyte Rosemary, по крайней мере, четыре альбома точно его работа. Значит, что тут можно сказать? Лидер группы Родерик Волгамот. И хочу перечислить инструменты, которые используются при записи вот этого альбома и всех остальных. Fender Rhodes, акустическое фортепиано, микрокорд, клавинет, Yamaha PCR-36, Casio LK-280, Novation K-Station, Korg Гармониум. Гитары, много гитар, бас ударный Roland Electronic Drums, Rototoms, Thunder Drums, Rain Tree, знаете, что такое, да, это такая штука, потом покажу, может быть, принесу домой даже Rain Tree, конги, бонги, перкуссия, огромное количество, cowbells, томы одни, томы другие, Monkey Drum, Moroccan Ceramic Drums, марокканские керамические барабаны, да, маракасы, калимба, маримба, снова гитары, синтезаторы, лупы, синтезаторы, космический вайб еще у всех тут присутствует. В общем, огромное количество инструментов, богатейшая звуковая палитра, и, казалось бы, ну вот, навалили синтезаторов, сейчас там будет, ах. А музыка очень прозрачная, пульсирующая,
ритмичная, завораживающая, гипнотизирующая, и при этом так не то чтобы лаконично используются все эти инструменты, а они используются там, где нужно, четко. Из них такой коллаж собирается из массы разных звуков. Причем Индина еще все это обрабатывает, все это еще. Такие какие-то звуки невероятные, которых я не слышал даже у Tangerine Dream, у Брайана Ина. То есть удивительные какие-то такие штучки. Настолько это интересно, насколько завораживает. И при этом музыка не абстрактная, а совершенно конкретная. То есть это совершенно конкретные мелодии, спетые, как же ее зовут, Дебри Рис, певица, и, собственно, Редерик. Вдвоем они поют. Но группа, я просто не перечислил всех участников, это не два человека группа. Да? И настолько интересно, настолько музыкально, и настолько космически все это звучит. Это вам не группа Space, при всем уважении. Я никого не хочу обидеть. Но это не эстрада точно, и не фабрика по изготовлению хитов. Там ша-ла-ла, ша-ла-ла. Люди занимаются совершенно независимая группа, которая занимается своим делом, играет музыку, которая ей нравится. И недаром художник, который работал с King Crimson, отдал свою картину для Sky Cries Mary, потому что пересечений достаточно много. Ну, Orphan, первая вещь на этом альбоме, она неожиданная. Она начинается легко с клавишных таких пассажей, с клавишной музыкальной фразы, и потом пошла пульсация, пошли барабаны, и прозрачная вот эта история космическая начинается. Дели Лота ATM пожестче уже, ритм быстрее, пожестче. Cats Run the House еще жестче, 8 минут 10 секунд. Там уже врубаются и гитары. Гитары здесь с самого начала присутствуют. И очень интересно, они расположены в звуковой палитре, вот в этом полотне. Появляются, исчезают аккорды, какие-то фразочки. Вот это все сплетается, очень интересно. Но Cats Run the House, там уже пошел же скач. Don't Shut the Door на второй стороне начинается с адских томов. Уже пошло, перевернул пластинку, кажется, бац, совсем другой стиль. Хотя потом становится ясно, что стиль остается тем же, просто как-то раскачивается ко второй стороне, уже и раскачалось. Don't Shut the Door, пошло молотилово на ударных. И моя любимая вещь здесь – Rhythm and Rhyme. Ритм и рифма. 8 минут 55 секунд. Где-то местами она заставляет вспомнить группу The Velvet Underground. В частности, первый альбом. И где-то она, не знаю, даже если сыграть ее по-другому, на других инструментах, другими музыкантами, она будет похожа на музыку группы Stooges в медленных их вариантах. Вот. Очень интересно, она просто такая, припев замечательный, там рефрен, точнее, очень цепляющий, очень хороший. И Our Little World. Последняя вещь, она уже выросла, музыка уже выросла, стала уже не просто космической, а уже какой-то такой межгалактической, и уносишься вместе с ней в небывалые дали. Вот эта пластинка 2020 года, Wandering in the Westness, на нее повлияла, конечно, вот эта мировая фашистская афера под названием «Пандемия». И она звучит очень жестко, неожиданно жестко. Здесь то ли Индина здесь вспомнил свою работу с Нирваной, то ли я не знаю что, но вторая сторона тут ревет гитарами. Ну, собственно говоря, начиная со второй песни. L-Train, первый номер, нормальная Sky Cries Mary, психоделия, достаточно такая лирическая. Вот. А дальше Red Fox, Bright Biggest Eyes. Две вещи, уже пошел гитарный же скач, но в рамках вот этого космического полета. The Dogman, последняя песня на первой стороне, трехминутная. Это абсолютная психоделия 60-х, только на современном звучании. А вторая сторона вся просто страшная, жуткая. В хорошем смысле этого слова, это не Black Sabbath никакой.
Но вот «Chaos at the Port», вторая вещь, семиминутная. Гипноз, гипноза, вещь гипнозов, это называется. Но при этом жесткая гитарная такая подложка, миллион синтезаторов, голос. И настолько красиво и космически, что мама дорогая. Ну, а предыдущий альбом, он просто очень хороший. Тут всего четыре пьесы во всем альбоме. 7,5 минут, 12,5, 12 и 10. И это уже в чистом виде космические полеты, при этом утяжеленные очень гитарным звучанием. Так что, кто не слышал, очень советую «Sky Cries Mary». В нашей стране мало кто их знает, но благодаря мне узнают больше. Вот за это я пойду и выпью сейчас пока.